Раз, два, три. Так, всем привет. Остров ВРП. Так, сейчас мы смотрим. Что у нас? Ни полиции, ни медработников. Вот запустился как мог. А, это сейчас громкость убавлю. Не слышно меня. Не, здорово. Да тут я зашел, блин, что-то у меня с ОБС-кой гемор какой-то был. Потом оказалось, что это не гемор. Ну, короче, так. Ругался что-то на видеодрайвер. Еще раз переустановил видеодрайвер, ну, не знаю. Короче, по-моему, не из-за этого вообще даже было. Кстати, князь, я зашел туда на этот, на Амазинг, но там почему-то не работает эта петрушка, уже выборы прошли. Хотел проголосовать. Так, а. Гайка, наверное, вчера не закидывала. Та-ра-та-та-там. Здорово, здорово. Спасибо. Так. Хотел я посадить. Но семян нету. А, ну вот, видишь. Так, сколько у нас тут пластика? Хотел посмотреть, пластик тоже. Вот. А так бы зашел, я проголосовал бы. Ну чё, хоть известно ответы, кто там победил-то, или еще рано? Пластик 233 штуки. Да, да, да. Там в этом, как его, под видео посмотри. В этом. Там есть ихний Дискорд и ВК. Так, 233 штуки. Пусть 200. Нам надо
200 медных пластин, чтобы сделать электронику. Не знаю. Работает, наверное. Я еще его не слыхал. Так, что у нас там с этими? Так. Пластик по 120. Электроника также по 350. О, полиция появилась. Так, Принцесс. Никого. Че, тогда надо ехать медные пластины делать. Так, если на 200, то... В смысле, у вас там в городе, что ли? А. Блин, не знаю, у нас обычные цены как были, так и остались. Не знаю. У нас с этим все нормально. Так, что, чтобы сюда не мотаться, надо этот. Надо взять 200 пластика сразу. Кинуть машину. А, это графон пипец. Нет, смотри, здесь, короче, такая штука. Здесь три карты. На этом сервере сразу три карты. Алтис, Чернорусь и Намальск. То есть, я на Чернорусии нахожусь. Вот этот вот, как вам сказать-то? Ну, переход, скажем так, на Намальск. И на Намальске такой же переход на Алтис есть. То есть, да, тут не надо выходить из игры, чтобы перейти, допустим, на Алтис. Здесь через вот эти штуки на вертолете или на самолете можно, ой, или на лодке, по-моему, можно пересекать на другие острова. Да, то есть, получается, вот Намальск, он средний остров, который... Там красная зона, там зомби. Ну, сейчас он маленький. Сейчас, блин, сейчас тебе скажу, подожди. Тагил, здорово. Заходи. Покажешь, как летать на вертушке. Так, так, так. Где у нас тут? Сейчас смотрим. Так. На Алтисе пока один, на Чернорусии 6 уже. Вот. То есть такая петрушка здесь. Получается, короче, это разные государства. Алтис и Чернорусия здесь разные государства. Че, все, да? Сдал на чермет? Вот. И, короче, Алтис это получается как как где работает? Я же там обновлял все, не знаю. А, вот, видишь, сделали, говорят, регулярные рельсы, рейсы уже, как бы.
Знаю, князь, там, блин, ну все работало, я все сделал, все как полагается. Князь, ты, кстати, у тебя есть Twitch? Так. А бывает, знаешь что? Бывает поздно приходит. Блин, ну тут все как бы этот. На Twitch перейди. У меня тут все этот, как его. Не знаю, все работает нормально. Ага. Вот. Ну, короче, такая петрушка. И по автомобилям тут такая же бадья. Что на Алтисе свои машины, здесь свои. Полиция там своя, здесь своя. Президенты разные, короче. Ну вот. Не знаю. Ну ты это, ты сказал, может тебе там помогут чем-нибудь? Вот. В общем, вот такие дела здесь. Тоже, ну, опять же, как и везде. Здесь даже, кстати, по поводу правил, здесь вообще другие правила. А. Ну, они, видишь, решили так совместить, короче, как-то сделать. Интересно. Здесь нету вообще доната, здесь нету. Ну да, князь. Ну да. А, ну, по поводу этого, да. Сейчас, князь, секунду. А, ну, вот, видишь, Тагил. Так что давай за новой вертушкой. Блин, князь, вообще не пойму. Вот все как бы на месте, все работает. А, нет, он самое главное, даже в этом его нету. Как он называется-то? В донате его нету. В этом у меня все обновлены страницы. Сейчас посмотреть надо. О, Гайка, привет, привет. Ну чё ты? А, у тебя с собой эти веселые семечки. Да ну, Тагил, брось ты, какой грузовик? Вертушку надо брать. И опять показать нам. Десять пачек? Ага.
Так. Сейчас, секунду. Я знаю, что князь-то, почему я говорил этот, как его. А по поводу этого. Так, это у меня стоит. Сейчас, секундочку, что я там пропустил. Какие там, какое сообщение. Так, это здесь. Ну, как тебе сказать? Блин, князь, сейчас посмотрю. Нет, я не только стримами. У меня там в начале где-то были эти видео были. Так, сейчас меня опять выкинет. А, нет. Так, сейчас одну секунду. Еще раз. Ссылку я ставил вот отсюда. Ну, по арме, да, конечно, по арме. Поначалу было все по арме, потом там видно будет эти, как его. Там другие эти игры были. Ага. Да я так, знаешь, начал. Блин, ну, вообще я не знал, как это делать, что-то. Начал снимать сначала ролики и не умел толком делать. Блин, князь. Сейчас, секунду. Так, мой канал, сейчас я зайду. Просто тупо с любого стрима. Так. Ну да. А, видишь, наверху это, кстати, аватарка. Нет, это не моя. Размещение можете. И вот это боковое, это тоже не я ставил. Кто-то, видимо, подсел. Не знаю, как это. Ну да, а как я, хрен знает, как вот. Как там с этим разобраться? Тем более с вот этой. Так, надо сейчас. А Себастьян что, спит сейчас? А, просто что там надо поменять, чтобы этот. Просто вроде и подписчики были, но смотрю, что-то он не отображается. А.
Ну как после этого, после стрима, наверное, заскочу. Ай, блин, сейчас сжигайка приедет. Куда я поехал? -то? Вот что значит, когда после работы сразу начинаешь стримить. Ну, я думаю, этот, ну, как обычно, до 12. Все равно, я думаю, раньше не получится у Себастьяна проснуться. Ну, я чуть раньше, наверное, выйду. Да, хорошо, князь. Так, сейчас гайку ждем. Так, прилетит. Да? Ну, видишь, по поводу музыки. Так. Ага. Чё, князь, говоришь? КВ-220, понял. Сейчас. Что, блин, что-то я говорил. Да я в этом сейчас, как он называется-то? В этом, в Дональд Альс, там смотрю. Я там в этом смотрю, что там этот, блин, где он называется-то? Это знаешь, что это, скорее всего, в этом. User joined your channel. Так. Так. Сейчас, секундочку. О, спам. Так, я здесь
Я здесь все как поменял. А, во! Вот сейчас я которую поменял. У меня в этом. Под видео. Вот сейчас под стримом. Все, кто-то залез и поменял в этом. Видео, короче. Под стримами кто-то поменял этот. Да. Вот сейчас у меня мой канал. Это надо под всеми этими менять. Блин, пипец, а? Вот придется потом тогда и менять. Угу. КВ? Так, гайка к дому подъедет. Надо. Надо ехать к дому. Блин. Зачем вот эти вот сделали? Я не знаю, может это кто-то так сделал. Зачем? Обычный глушитель. Некрасиво смотрится. Ну, как по мне. И Вадим ничего не сделал. Не Буров ничего не сделал. Вадик. Плохо тебя слышно. Я возле дома. User left your channel. Написать ей. С чем писать, если можно позвонить? Это будет проще. Слышишь, я возле дома, просто тебя Да плохо слышно. я поняла, еду. Ага, давай. Ага. Так, что у нас полиция-то? Здесь. Красота. Почему, интересно, нельзя дома появляться? Полиция, что ли? Это забор или столб? Бинокля нет. Бинокля нет.
Да. Алло. Да. Ну вот как вот, сколько не заходила сюда, блядь, зашла. У меня пропали все пакетики, у меня пол инвентаря опять пропало. Ну вот Да. как? Что-то, видимо, где-то какие-то Ну косяки. вот как вот тут можно находиться, если вот тут, я не знаю. Ну, сейчас есть наркоторговец в сети, я могу, в принципе, его позвонить и узнать, где он. Да, давай. Давай, сейчас я позвоню, где он, Ага. знаю. О, спасибо, князь. Вот, видишь, этот, как его? Да, слышу. На аэро, да? Давай, сейчас приеду. Так, сейчас, князь, секунду. Так. Ага, спасибо, как тебе этот, но не здоровается. А, понял. Ну, блин, видишь, князь, этот, как его, кто-то, ну, подменил, а чё, я не знаю, как, это надо с Себастьяном разговаривать. Он подскажет потом, как, чё. Есть такие люди, ну, чё поделать. Благо кому-нибудь что-то испортить, и все. Есть же такие. Никуда от этого не денешься. Я передам, да, сейчас я ее увижу. Я не забуду, князь. Я не забуду тебя. Никогда. Песня такая есть. Сейчас я увижу ее и передам. И ты даже услышишь ее. Не нервничай. Ну ладно. Надо этот, кстати, надо кому-нибудь написать по поводу этого, сказать, что, ну, происходит такая вещь. Пусть. Да, я уже писала, я больше сейчас заходить не буду, нафиг оно мне надо. Кстати, тебе князь привет передал. Да, я ему писала, тоже вообще-то привет. Да, тебе князь передавали привет. Видимо, где-то ты не увидел. Меня, кстати, полиция разыскивает за это. Кого, тебя? За грабежи, да. Да, нормально. Ну да. Тут твой гелик красный катается. Да. Я вот подъезжаю к этому кару. Помчались.
Но ты можешь сказать, что это было в тестовом режиме. Ты не был на том острове, кстати? Ага, хорошо. Так, где? Который ты мне кидал. На каком? На него это называется, букву А какой-то. Ты мне как-то да, кидал. Да, который нет еще. Мне сказали, в конце недели где-то скажут. А он работает вообще? Он в ЗБТ. А, поняла. Он сказал, до конца недели постарается успеть. Че, как дела там? Да ничего так, вроде, получше. Женек как? Да, он что, он завтра на обеде приходит. Приехал, нас заразил, и уедет. Князь, короче, до наркоторговца, чтобы этот... Купить эти семена у нее пропали, которые она купила, семена конопли пропали. Князь спрашивает, когда у тебя стрим? У меня когда стрим, не знаю. Я чуть никак нет. Не решишься? Да. Ну какая красота. Все, когда на Мальск? Пошли, зайди. Ну, можем, но этот, как, это надо этот же. Качать? Ну да, блин, это качать надо, да. Я вчера ходила, это, к Стопону, они там на ПВЕшном сидят. Что-то решила тоже к ним сходить. Стопон Иванович. Стопон тоже перебрался? Он там давно уже, да. Они с Ивановичем, Иван Иванович там они вдвоем. Давай, конечно, конечно, без проблем. Да тут лететь-то рядом. А ты откуда знаешь, что ты разыскиваешься? Тебе уже сказали, что ли? Да, он и вещи писал, да. Типа я там свои следы оставила, я бы такого быть не могу. Конечно. Я работаю в перчатках, да, не потею. В перчатках и с пылесосом. Он говорит, нет, ваш биоматериал туда-сюда. Я говорю, да не, неправда. Я не потею вообще, говорю. Ничего. По горячим следам я буду. Какие же это горячие следы, если уже 2 дня прошло. Конечно. Надо было тебе перчатку в лицо бросить, ему сказать, вы лжец. На дуэль, да? Ну да. А где-то тут он должен, он справа стоит, да? Он может в коровнике быть. А он, походу, исчез уже, бля. Да? Время-то, время. А, исчез? Да, все, не судьба. Вот здесь вот тут, он тут должен стоять. Вот прыщелыга-то, а? Да, а ко время посмотри, половину, час прошел. Да. У меня было 10 пакетов, у меня ни одного пакета нет. Я специально покупала, думаю, тебе их передам. Да я тут рядом с тобой. И главное, я не забыла, их забрала, все, то есть, ну, с резины забрала. Надо было хоть в машину бросить. И так вот, что-то как-то. Ну, короче, так. Да и хрен с ним. Чё, в следующий раз возьмем, что делать. Что будем делать? Что, полетели назад, чё? Полетели. Блин, обидно. Обидненько. Кстати, я в дом этот поставил кровати, теперь там можно этот, больше человек прописывать. Да. Вадик с нами. Вадик. А, ну хорошо. Да мне тут пишут, блин, к Серу, давай стрим к Серу. Что-то я не знаю, может, в нее опять сходить. Куда? Просто я в нее... В Сера, как-то было время, я в нее ходила, играла. А. Серу убивала. Ну, такая я какая-то интересная игрушка. Бесплатная в стиме. Ну, вот писали, типа, когда, не знаю. Короче, обломались с наркоторговцем, нету семян. Надо в этот, в ранчо идти, надо свиней там гасить. Да.
Женьку ковбойскую шляпу одеть с двумя пистолетами и там мочить свиней ходить. Он или в Дейзи сидит, или в кино смотрит, больше ничего. А, ну еще в задротах своих. Картошку тоже гоняет? Нет, сейчас что-то перестал. Все, наверное, то фуфайка сколько раз уже сгорела, там уже ничего не осталось, наверное. Что, куда мы едем сейчас? Да я не знаю, блин, не знаю. На медь, наверное, у меня там этот пластик есть, медь надо добыть, чтобы электронику сделать, продать. Ты чё, куда? Да я на МДСП, не знаю. Надо просто как-нибудь, знаешь что, с одним каким-нибудь определиться островом, ну, чтобы постоянно там быть. И как бы, чтобы скачать. А то, блин, куча остров, куча прям. Потом и князь подтянутся там. Не, ну мы там на одном, в принципе, сидим. Я просто сейчас на другой пошла так ради разнообразия. Она просто никого не было, что-то я одна решила сходить. Да. Ай, смотри. Всё, блин. Ладно, полечу, короче. Давай, ладно, всем привет там. Еще залетай. Ага. User left your channel. Ну, вот так как-то. Хорошо, что здесь гараж есть. Нифига, машина крутится. User left your channel. Ну вот как-то вот так не получилось. Блин, а. И пропали. Видишь, семена пропали. Так-то, конечно, по-хорошему бы в этот сложить. User joined your channel. Куда поехал? Не туда.
Так. Вертушка летает. Вот он. Это что ли? Как? А нет, темная. Медь, может. Так, все, тогда на мете. Надо было Вадиму этого передать. Лучше вот этот в Сибирь. Мира уже 15 стоит. Шумный пипец. Приходится вот так и ехать. А по поводу Дейзла надо, да, определиться с одним островом, чтобы не скачивать по 10 островов. Все, и на одном гонять. Потом все туда перебраться. Так, я надеюсь, закрыто. Что хорошо, что сейчас еще этот уровень прокачивается. Быстрее до 10 уровня дойти, и там уже на Нормальске можно эти рубины покупать. За рубинами гонять. Так, проскочил. Проскочил.
Так. Там, ребята, под видео есть ссылочки на каналы партнера. Если что, переходите, подписывайтесь. Также там есть наша ДС. Таверна. Также как ВК. Так, медь. Торможение такое прям серьезное. Так, сейчас я вытащу сразу, чтобы место не занимало разбайка. Так, все. Ну, тут немножко осталось, и будет уже еще один уровень, следующий. Так, в эту в организацию денег сейчас надо собрать. Там денег-то и нету. Блин, немножко карьер бы почистить здесь, камней от вот этих лишних нагрузок.
User left your channel. У меня, да, даже тормознуло, когда я ехал там. Камешки-то, видимо, хорошо подсаживают. Добавим громкость. Кстати, в этом же можно убавить-то. Так, сейчас сыпь. Музыка. Кто-то едет. КамАЗ едет. Здравствуй. У вас что-то с этим, с голосовыми связками, видимо. А, ох. Да, да, есть такая немножко, ну. Просто немного плохо слышу. Не жарко в костюмчике в таком? Да не, нормуль, прижился что-то, приравнялся, все, по кайфу. Понял. Обычно жарко в таких, скользишь мне. Да, 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 обычно есть такое. А здесь это, новые технологии, там, с проветриванием, все дела, понял? Да, они в радиоактивной зоне, когда есть такие заслонки, открываешь, проветриваешь. Круто. Самая главная заслонка, это паховая часть. Ну да, чтоб не этот, поменьше вони было внутри. Да, да, да. Даже противогаз это не справляется иной раз. Да, 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 это точно. Вы чем решили заняться? Да, что-то прикупил дом, посмотрел, что там все крафтить надо, оказывается. Да. Вот, думаю, надо добывать ехать. Поехал добывать. А, кстати, есть у некоторых магазинов, продают уже готовые вещи. Ну, там, допустим, сигнализация или еще что-то. Ну, зачем покупать, когда можно добыть? Не, ну если, допустим, времени нету. Или не охота. Не, у меня просто это. Последние бабки на КамАЗ потратил. Чтоб добывать. Понял. Но. О, на намаз летало оружие приобрел. А, правда, кстати, где там? А где там приобретать? А там это, есть красная зона, это радиоактивная, короче. Вот почему я в костюме, в принципе-то, и нахожусь. И это. Вот в этом костюме туда едете, короче. И там она красным подсвечивается. Вот, что такое. Не знаю, что-то это. Как будто в свет включили. Да, 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 да. Вот. Она там подсвечивается, короче. Ага. Ну, красная зона. Туда приходите, в подвал спускаетесь, а там и ящики стоят. Эти ящики, короче. А, понятно. А там, ну, ПНВ там работает вообще такие вещи? Да, она работает, но плоховато. Лучше фонарик взять с собой. Ага.
Бля, вы, а чё это за бит? Чё за вас? Чё? Да забитый хлам вообще. Ну, руды, думаю, мало собирается. Надо сгонять на этот. А туда на чем, на вертолете или на лодке? Не-не, туда на вертушке прилетаете, на вертушке. Угу. Есть у вас вертушка? Ну этот, скелет, который такой маленький, москит. Не-не, тебе надо большую вертушку, которая это... Или договориться с это, с авиакомпанией, чтобы тебе машину туда перебросили, понял? Угу. Ну что-нибудь типа Симбы, что-нибудь такое надо тебе купить. Там в гараже его, прям на аэропорту, короче, из-за этого, ну, чтоб он там привязался, uh-huh. за Намайском, короче, вот. И все, и потом на своей маленькой туда прилетаешь, берешь нахуй машину и поехал. Зомби тебя не трогают, когда ты в машине. Uh-huh. То есть они зомби тебя будут трогать только, когда ты выйдешь из машины. Вот. Есть там аномальные зоны, то есть ты их увидишь, там, ты знаешь, что зеленые, синие, в них не заезжай, они урон наносят, короче. Uh-huh. А если шарик встретил, прям такой, как ежик, короче, uh-huh. на дороге, его вообще объезжай, короче, если в него попадешь, все, смерть, сразу смерть. Uh-huh. Я просто да, ни раз там не был. Ну вот один раз, то, что вот за этим вертолетом, и все. А-а-а, не, еще там есть, короче, знаешь, что... Есть такая невидимая херня, ее надо там прямо высматривать, потихоньку ехать, высматривать. Там, короче, типа, знаешь, такое завихрение и листики летают, uh-huh. понял? Вот если в нее попадешь, ты даже себя потом не залутаешь в этом месте. О, не принес. Там прямо сразу летик появляется и все. Короче, пипец, аккуратно надо, да? Да-да-да. А там от этого-то далеко она, от аэро, допустим, если туда ехать? Ну, считай, аэро сверху, ну да, в самый низ ехать. А эти там, вроде говорили, стреляют там эти, как они, турели? А турели они по вертушкам только стреляют. Uh-huh. Да, то есть если ты на своей маленькой там полетишь, uh-huh. если дальше аэропорта залетишь, сразу по тебе турели начнут стрелять. Uh-huh. Понял. Почему я и говорю, тебе машина там нужна. Да, надо как-нибудь сгонять. На, приоденься. А что это? Одежда? Да. Да мешает, блин, место занимает. Сейчас. А такой кладет. А, ошметочка. Чисто футболка по кайфу. Классная такая. Опа, вот, человек стал похож. Нормуль. Ну, спасибо. Да, пожалуйста. А, просто лишнее, ну, болело. Когда покупал костюм себе на Майс. Ага. Или, на хули футболку уже до этого купил, блядь, со штанами. Такая. А что-то этот, у нее вместимость, да, небольшая? У кого, футболки? Да. А, ну сколько? Ну вроде как стандарт. 40. Ну, и у стандартной также. Угу. Или я ошибаюсь? У стандартной, по-моему, знаешь, на 100. А, ну это, видимо, что бомжицкий этот вариант. Ну, надень ее, угу. Это выкинет тогда. Я так, просто что красиво. А я ее с собой возьму вот в машину, потом переоденусь. После работы. Ну это уже твое выбора. А, ну так, чтобы, знаешь, с рабочей одежды переоделся в чистую. Ну да, скоро нет. Ну а чтобы главное, чтобы менты не приехали.
сразу пушку у меня отымкнул. Так этот, в рюкзак сныкать, да и все. Ну, не, если досматривать будет, я имею в виду. Но меня а так-то надо на готове быть. Меня досматривали. А у тебя же тоже, да? Да. Но меня что-то, досмотрели и не увидели его. Там по-быстрому меня пошмонали. Ну, видимо, может, в запаре не увидели. Так, что вы говорили? Я говорю, этот, меня досматривали, видимо, в спешке, и не увидели этот, ружье вот это. А-а-а. То есть он у меня в этом в рюкзаке лежал, и что-то, что не сказали. Ну, может быть, это, что-нибудь запарились. Ну да, я говорю, в спешке, видимо, быстренько проверили. А этот, что, за рубинами-то как там, не ходил? Не, за рубинами не ходил. Да, я вот только сейчас уровень накачал. Я сам недавно на ОФП. Но я вот чисто вот сейчас накачаю все, уровень накачаю и поеду попробую. Там я, кстати, рубины не понял где. Я там видел селитру. Ну, то есть, понял, селитру. А, блядь, рубины так и не вкурил. Ну, надо просто пошарить, все нормально. Там, там где-то в шахтах, или это карьер какой-то, наверное. Ну, у меня, видишь, тоже этого уровня нету, я как бы вот узнаю, как что заранее. Ну, а у тебя какой уровень? 6-й или 5-й. Ну, нормально, ты уже селитру вроде с 4-го можешь копать. Да, по-моему. А рубины, я не знаю, рубины же не написано. Там 10-й уровень. А золото, типа, блядь, которого еще, блядь, нету даже вообще. Не, ну где-то слитки-то я видел, продают. Нет, нет, слитки есть, только взаимодействия с этими слитками нет. Ну то ж ничего не сделать. Ничего не сделать. Да, да, да. Ну то есть это в будущем, давай. Может, они у военных идут для чего-то? Не-не-не. Я с ними разговаривал, вообще не бесполезно. Серебро вроде как есть тоже. Ну, видишь, сейчас это молодой свет, так сказать, найдут применение. Да я думаю, может быть, знаешь, что будет, ну, это я так думаю, что если золото и рубин, то есть, ну, украшение ювелирное. А, ну да, тоже вариант. Тоже делать, да. Ну, типа крафтишь там и получаешь эти. Вот смотри, я считаю, на Майск один раз летал, да, съездил, две ксюхи нашел. 4 обоим, а не, вру, 8 обоим нашел, 20 оружейной стали нашел, потом там есть для базы, короче, вышка была, но я ее не брал, броника этот армейский, каска, короче, была, понял, такая вот тема. Ага, класс. Да, да, то есть там нормально лежит в ящиках, на самом деле. Да, видишь, если бы, как бы, знать, с кем летать надо, ну, что, кто знает. Ну, с тем, кто знает, лучше летать-то. Я как бы еще, я говорю, то, что один раз был на аэро, купил этот вертолет и все. Ну. А я тоже, я сам по себе полетел первый раз, опиздюлился там от этих, от турелей. Я даже не знал, что там турели есть, блядь. Ну, блядь, как они давай шмалять, я сначала не понял, блядь, что за хрень. Потом, ладно. Второй раз облетел, короче, понял? Сел там на какое-то здание, блядь. И это. Там меня, блядь, зомби начали бегать за мной. И, короче, сижу на здании, а рядом вышка со зданием, понял? И они на эту вышку, прикинь, залазят и с нее спрыгивают, пытаются запрыгнуть на крышу, короче. Нифига себе, стою. Но и носится как ошалело. Я думаю, да, что за хрень, блядь. Это, короче. А ты зомби что-нибудь, ну, там лутаешь? Ну да, там есть у зомби вещи, короче, всякая херня. Ну там, кстати, в зомби не так уж много, так, да, бесполезности больше. В основном там вот, да,
это зона, где добывать ящик. Ага. Надо сгонять, интересно. Интересно. Ну да. Ну только там, видишь, какая тема, там алтийские прилетают. Если туда лететь, то вначале будет, понял? Ну, чтобы по-быстренькому пойти, ага, полутаться и съебаться оттуда. Потому что я там раз попал на замес, нахуй. Я, блядь, из ящиков выхожу, слышу, нахуй, вертушка залетела, ну, летит. Ага. И когда обратно возвращался, мы машинами пересеклись, я и так вроде через лес пытался ехать. Ну, короче, мы в итоге встретились и начали там перестреливать. Двоих положил, съебался. Ну, я думал, ну и он нахуй, вдруг еще кто-нибудь там прилетел, нахуй. Да. Да, интересно, интересно прям. Не, там интересно, прикольно, на самом деле. А это, не в курсе, как это, самокрутки крутят? Так просто. Не, я просто, блядь, еще не узнавал, сушилки, хуилки, там что делать надо. Там тебе нужно, тебе, короче, нужно этот, как его, ну, возле дома поставить парник, вырастить, но сушку дома поставить. В сушке ты высушиваешь, вот все, что ты высушил в сушке, вот в рюкзаке берешь, на нее два раза нажимаешь, и у тебя косяк крутится. А, вот, то есть не бумаги, ничего не нет, надо сам, да? Нет, сам крутится. Да. Я-то думал, бумагу, думаю, на деревьях хуярить, бумагу делать. Не-не-нет. Просто. А наркодилера как найти с этим, с барыгой? Короче, это нужно... Кто в УПГ состоит, они видят это. А УПГ состоит, а полиция будет видеть, что это УПГ? Вот этого я не знаю. Ну, а то просто, блядь, такое. Этот, как его? Но полиция нарколыгу не видит. Нет, полицейские, да, понятно. Но они, если я имею в виду, ты им паспорт, так покажешь, они, о, УПГшники, начнут там доебываться. Ну, вроде как не видят, потому что, ну, знакомые у меня есть такие, кто в УПГ, и, да? Ну, вроде как проверяли их документы, но ничего не сказали. Видимо, значит, не видят. А, ну, скорее всего, точно покажут. Понятно. Так, сейчас я иду. Да. Ты что, все уже? Я все, да, я этот, на переработку. А, ну, все, давай. Да я сейчас давай, все равно еще приеду сюда. Вот полезные вещи как бы узнаются по, где можно взять оружие, потом бронежилеты, ну, каска, видишь, патроны. Надо как-нибудь сгонять, посмотреть вообще-то. Ну, князя вот буду ждать, наверное, князь когда будет. Надо костюм закупить эти. Так, да, кто-то прилетел, все, там начинается месиво. Вблизи такие вещи полезные узнаешь, короче, от людей. А что, у вас ее нету, что ли? У нас она заканчивается, можно так сказать.
И уже не надо этой земли, хватит. Уже что-то неохота. Быстрее бы весна. Ну, блин, да хорошо, быстрее сойдет. Снег, вот эту вот вся петрушку. Вчера у нас ветер был, ведь такой нормальный ветерок. Позавчера солнце, по-моему, было. И позавчера солнце было. Вот. Снег такой подсел. Нет, я говорю, лучше, блин, быстрее весна. Так, сейчас. Так, а солнечная сторона? Ну, я понял. Так, сейчас. Там два включился опять. Ух, надо воды попить. Фу-фу-фу-фу-фу. Не, у нас сейчас, короче, вообще облачно, короче, вообще просвета не видно. Да, погода сейчас. Минус один. Но это хорошо, потому что вчера что-то подтаяло так. Была уже. Потом посмотрю, что там. Сейчас просто сюда этот не хочу переносить в игру как бы.
Ну понял. Что, собрал? Ну. Сейчас надо переработать. Что-то надо было тебе заехать, да и все. А я, короче, этот... Вчера я даже нормально не мог в Дискорд там выйти. Что-то как-то... С интернетом беда вчера была. Ну, потеплело, все, сразу беда. Он не ловит толком ни хрена, блин. Не знаю, что там за беда. Вчера еще это даже вот у наших партнеров на канале не смог посмотреть. Я надо дальше набивать. А, подожди, надо с ним этот обменяться. На тебе паспорт. Да я сейчас дальше поеду, да, добивать. Вот тебе паспорт. Хорошо. Приятно познакомиться, Никто. Ага. Ну что, ты приедешь туда? Да, да, да. А, ну давай. Как там Руслан-то? Норм все? Подал сигнал бедствия. Я просто не знаю, я не видел, чтобы на корабле было оружие.
Ой, кофеёк, как хорошо-то, а. Вот чуть-чуть осталось до следующего уровня. Я думаю, наверное, добью сейчас. Блин, я у Вадима забыл спросить, он может с этого, с, как он, с организации брать деньги? Полиция. О! Здорово, Вадим! Ну чё ты? Сделал буры? Вадик! Блин, мне надо было тебе Сибирь эту передать, а Урал оставить. Сам понял, понимаю, для каких целей. Ну, короче, этот, приедешь, потом поменяем. Ну когда ты будешь на острове? Вадим, а у тебя этот Twitch есть? Ты можешь ко мне на канал на Twitch перейти? А. Ну, у тебя этот есть Твич-то? Заскочи мне ко мне на Твич. Там. Попиши, что. А Твича нет. Плохо. Что я тебе могу сказать? Плохо, очень плохо. А там просто под видео у меня нажми на этот канал Twitch, там есть у меня. Нажми, он тебя перекинуть должен на видео этот, на стрим туда, на Twitch. Ну, если ты не занят там.
Надо еще этот ссылочку там на Рутуб поставить. Ай. Так что вот от этого человечка я сейчас получу побольше информации, уже буду знать, что, где, куда на Намальске можно рыпаться. И все. Князь здесь будет с Себастьяном. Может, с Гайкой, если она будет тоже. Будем гонять. Так, два раза киркой махнуть, и все. И уровень есть. Все. Седьмой. Три уровня осталось до этого. О, по 5 единиц уже собираю. То есть было по 4, сейчас по 5. Сейчас надо посмотреть, что я там открыл себе. А, ну то, что по количеству. Так, горное дело. Седьмой уровень, количество 5 штук. Следующая серебряная руда, потом золотая, и количество 6 штук уже будет. Ну и последний, 10-й уровень. Ну, по идее, вообще-то можно тут, наверное, просто если всю бурю стоять, молотить, короче, то можно, наверное, быстренько этот добить. Тут написано внизу, видел, обладателем VIP-статуса, как бы, да, более количество, большее, но VIP-ок нету. Нет, он уже не перерабатывает.
Ну что, он уехал сдавать, что ли? Надо было добить или? Скорее всего, уехал на этот, на прокатку. А, зашел? Спасибо. Васим? Тебя там Васим звал? Тебе надо было это, да, создавать? Как его? Типа зарегистрироваться там? А что ты Васим зарегистрировался? Вадим уже был, да, наверное? Ну и нормально, чё? Ты этот там. А почему у меня не этот, как его? У меня что-то она не показалось, что ты там подписался. Нажми отслеживать. И заодно я, кстати, посмотрю, как это работает. Нет, сейчас. Должна работать-то. Что-то у меня этот не показалось, что... Как ее? А! Видишь, а в этом не указывается. Надо будет опять. Сейчас переделать будет. Сейчас, когда будет буря, буду сидеть там переделывать. Может, а, я, наверное, сбилась из-за того, что... Да нет, что сбилась-то? Этот-то донат же пришел. Его слышно было, видно. Что, некорректные ссылки, я их хотя бы обновил. Странно. Есть, вот. Блин, я просто я не понимаю английский язык. Уж. Я в нем вообще не разбираюсь. Ну а так приветствую. Черт закрыл. Зачем закрыл? Я это не взял руду.
Такую же не надо брать, Вадим. Я тебе эту отдам. Я тебе его отдам, не бери. Все равно потом мы в этот, как его, вот эти большие машины на этот, на организацию кинем. Чтобы у себя в этом не были они. В гараже. Пришел в гараж в организации, взял и поехал, то есть любую машину. Так что не трать деньги, я тебе этот дам. А Урал ты мне этот... А Урал мне перекинешь обратно, и все. Ну, мне Урал сам, знаешь, для чего, для этих. Косячков, короче. Мне удобно складывать. Мне. Это слишком большая мне для этих дел. А этот я сейчас сделаю эту... Электронику сейчас сделаю и на организацию деньги кину. А то у нас организация что-то денег вообще там мало. Надо пополнять казну, чтобы потом в любой момент машину брать, допустим, любую. Да. Конечно. Вадим, это дополнительные деньги. Это хобби, можно сказать. Будем говорить так. Хобби. Вон я уже 7-й уровень добыл. Добил. А, ты имеешь в виду рубины-то? Ну, на них нужно этот-то, 10-й уровень. Вадим, там не все так просто. 10-й уровень нужен. Вот у меня сейчас 7-й. Вот, прокачаем, да и можно будет на рубины сгонять. Приветствую, приветствую. Там ребята под этим, под видео ссылочки, каналы партнеры, также Дискорд наш и ВК. Проходим, подписываемся, смотрим. Вот. А, в общем, если взять, ну, вообще, да? Ну, блин. Первое видео я как изначально у меня были только видео. Если вместе с видео брать, то где-то месяцев 8, наверное. Ну, месяцев 8 где-то вот. Ну, плюс-минус, потому что там у меня еще эти были... другие игры. То есть я, бывает, чередую туда-сюда там гоняю. Сам понимаешь, долго-то на одной его, допустим, надоедает. И так вот. Немножко разбавляю. Ну, устаешь. А так там несколько островов разных.
Так, сейчас, наверное, вот это переработаю и сразу поехать надо это, делать электронику. В принципе, можно одному кому-то набить этот. А, все. Кому-то одному уровень набить на эти, как его, на рубины. И с кем-то ездить. То есть кто-то там прикрывает. Я не знаю, есть там зомби на этом. На самом карьере, наверное, по-любому есть, лазит. Один тот прикрывает, а один добывает. Можно вот так для начала. Так, ну да, смысла уже приезжать больше нету, сейчас сразу переработать и на прокатку гнать. Еще, наверное, какой-то будет. А! Еще, наверное, какой-то будет вот там ресурс добываться, скорее всего. Не просто так его там делают. Сделали, точнее. Давай, ползи, блин. User joined your channel. User left your channel. Кто не хочет, я заеду. Так, громкость прибавим. Блин, машина-то полная. Но все равно этого.
Медные пластины останутся, они все равно нужны там для этих всяких. Для буров, по-моему, нужны. Все равно пригодятся. Так, последствия. Так, что у нас? Так, так, ремка. Сразу отремонтировать надо. Балалайку эту. Да, вот бак такой вот, все в квадрате. Блин, почетче, наверное, вряд ли здесь будут. Так, открываем, все кончалось. Добавляем громкость, потому что слишком шумный. Чересчур, я бы сказал. Так, все отремонтировался. О, кто-то летит уже. Тоже Сибири взял работу. Блин, у этого парня надо этот номер телефона взять было. Я думал, он туда приедет. Я там этот телефончик бы у него взял, чтобы как поедет он туда, чтобы меня прихватил. Может, я бы себе тоже там что-нибудь наковырял бы. Заодно посмотрел, как, что, куда. Да, Сибирь, ты, блин, капец. Да, Урал тоже не лучше. Горка? Да, в горку поднимаемся. Не, лучше на мазе ездить. Маз хоть и идет 90 там, по-моему, но, блин, он в эти горки спокойно влетает. Зачем тебе КамАЗ нужен? Маз нужно брать, Маз. Он вместительный, он летает получше, чем эта балалайка. И КамАЗ тоже, он медленный. У меня был КамАЗ.
Я его случайно взорвал в этом, в Светлогорске, там, в кран врезался, и он у меня взорвался. И то там не прям такая скорость была бешеная, чтобы он взорвался. Так что лучше МАЗ брать. МАЗ он поживее и, ну, мчится тут нормально так. Так что КАМАЗ уже проверенный. Так что, Вадим, не трать деньги, я тебе говорю. Вот, Сибирь. Будешь на Сибири гонять. О, какие люди! Здорово, здорово! Куда пропал? Я этот пластины медные делаю, хочу эти сделать, как его, электронику, чтобы продать и в организацию денег. Деньги собирать надо на организации. Вот. Да, давай, Вадим, удачи. Спасибо. Спасибо, заходи. Давай, заползай. Гусеница. Так что вот этими делами мы и занимаемся. Ну и так немножко этого ресурса, он медные пластины, они нужны там для кое-каких вещей, для крафта, короче, крафтить. Купил я себе эти вышки. Да, Сибирь называется. Пришлось купить, чтобы этот немножечко подзаработать. Не знаю, ты видел ту серию, где у меня в этом-то Урал с косяками этот, полиция забрала? Лишился я. Вот. Вот сейчас надо делать вот медные пластины. Сейчас из них электронику сделаю. Зачем я сейчас сделаю вот так? Так, сейчас скину вот эту сюда штуку. Не нужно мне. Занимает место, лежит.
сразу же в электронику. Все это переделываем. Да. Ну просто электроника стоит дороже, чем либо пластик, либо пластины. Электроника в два раза дороже получается. У нас есть возможность получать пластик. Я вот тебе говорил, я купил эти вышки нефтяные. Все-таки я купил их. И этот. Теперь мы свободно делаем пластик и можем позволить как бы сделать себе... Эти, как его? Электронику. Также она у нас идет на некоторые тоже там. На некоторый крафт электроника идет. Вот такие дела. Сейчас электроника на продажу. Остаточные медные пластины в дом. В организации вообще денег нет, вообще беда. У меня вот напарник есть в этом. Ну, у меня в моей состоит этой. Как он называется? Организации. Вот, он гоняет на этот. Пластины делает. User left your channel. Кстати, надо сказать будет, пусть еще делает пластик. Так, буря через час. Хорошо.
осталось мало. Еще раз наглядеть все. Нет. Нет еще. Так, нить оставим, электроника. Пластик. А ты ей напиши. Что, у нее стрим, да, там идет? Нормально. Ты ей отпишись, потому что мало ли что там. Может, этот потеряли, заблокировали они ее. А, тогда, блин, не знаю. Или, наверное, может, обновить ей надо этот ссылку или что? А, у меня медных пластин нету. Еще, конечно. Конечно. Так, пластика больше оказалось, чем. Ну да, конечно. Все. Пластик убираем, электронику забираем. Так, нам нужно на заправку. На заправочку вот туда. Да, да, конечно. Зайду, отпишусь, да. Там все равно надо, я говорю, будет исправлять под видео.
Так. Можно здесь. Ну и туда все. Минуя все эти, можно и так покатиться. Уже он шумный-то, а? Вадим любит, блин, такие машины шумные. Ползи, ползи. Разгоняюсь. Так, минуя этот перекресточек, мы можем напрямую проскочить, я думаю, сюда. С горы разогнался. Чуть не собрал лес. Эх ты. Ну нормально, нормально. Ничего не пострадал.
скучно вошел. Разгоняться долго надо, разгоняться. Так можно было через это пройти. Разгоночный был. Так, где-то сейчас прыжок будет через рельсы, это я помню, я уже нырял там. Вот тут вот. Полет огня. О, здорово, здорово. Тебя не видно было. Понятно. Взаимодействие такое с чем? А, я думаю, надо бы ружьишко-то убрать, а то сейчас полиция-то щелкнет быстренько. Парнишка куда-то пропал, менты-то его не загребли, интересно. Экспорт. Так, одна это само собой. Ну, есть 146. Так, а чё 76, почему? А, всё.
катались. В принципе, ничего так. Пластик. Так, ладно, я заберу, я его дома сейчас выкину. Кинем. User left User your joined your channel. Все забрали, все скупили. Деньги надо кинуть на организацию сейчас. Итого 75 417. Вот сейчас заработано. Так, насчет организации, да. А, блин, наличка-то не ложится. Вот это вот беда. То есть это, считай, два раза комиссия будет сниматься. Полтора косаря раз сдернули. Ну ладно, положу 75, фиксный минус полтора. О, организация 85 рублей. Так. Пластик выкину дома. В принципе, зачем покупать? Мы можем это сделать сами. Вот костюм, он там нужен, там резину. Резину он из этого. Да ну нафиг.
Пипец. Короче, будем ждать. В следующий раз, когда команд появится, семена, чтобы семена взять. Как автомобиль заправит. Надо пониже это сделать, бордюрчик, заезд на. Так, все. Ладно, на, короче, сейчас мы закончим, потому что сейчас через полчаса буря будет. Я заодно сейчас поем. Короче, еще увидимся сегодня. Еще будут стримы. Не знаю почему, но может армия тоже будет. Так, не хочет. Так, мне уже люди звонят. Вот. Ладненько. Короче, вот такая была серия. Не удалось нам семена взять. Но я думаю, следующей этой может и получится. Вот. Ладненько, спасибо всем, кто был. Участвовал. Короче, позже увидимся. Всем пока.